каблуки предпочитают леди разных возрастов. Их носят девушки, женщины и даже бабушки. Эта обувь пользуется такой огромной популярностью, что в мегаполисах даже проводят забеги на каблуках. Восьмиклассница Лера Федоренко в таких забегах участия не принимала, но к каблукам у девочки особенное отношение, ведь она начала носить их с 10 лет. Я люблю очень носить каблуки. Даже когда я гуляю, да, в школу ношу, меня одноклассники привыкли видеть только на каблуках. В моей обуви есть только одни кроссовки, и то я их редко одеваю. Я даже в село могу поехать, то на каблуках бабушки. Мне кажется, если меня увидят без каблуков, меня даже не узнают. Самый высокий каблук в коллекции Леры около 10 сантиметров. А вот самый высокий каблук в мире, по сведениям книги рекордов Гиннесса, достигает 43 сантиметров. К слову, модельеры для того, чтобы произвести фурор, создают обувь еще и очень причудливой формы. На высоких каблуках часто можно увидеть девочек-подростков. Многие с трудом в них передвигаются, но все равно отзываются о них с восхищением. Видимо, считают, что красота требует жертв. А ведь несмотря на то, что в этом возрасте девочки имеют такой же размер ноги, как и взрослые женщины, их организм все еще формируется, поэтому каблуки небезопасны для их здоровья. Высокие каблуки – это женственно, это красиво, это подтягивание живота, это расправление плеч, но это для женщин. Для девочек-подростков это, конечно, самое страшное и опасное, потому что у них еще не сформирована стопа, у них еще не полностью стабилизирован позвоночник. Часто возникают такие заболевания, как остеохондроз, это нарушение межпозвоночных дисков, это варикозное расширение вен и очень много гинекологической патологии. Для того, чтобы этого избежать, надо просто уменьшить размеры каблуков. Если же вы не можете полностью отказаться от шпилек, то врачи рекомендуют хотя бы ограничить время пребывания на них до 2-3 часов в день. Кстати, любительницы обуви на плоской подошве должны знать, что хотя кеды и балетки – это очень удобно, но если носить их постоянно, тоже можно навредить здоровью. Так какую же обувь лучше всего носить девочке-подростку? По мнению врачей, это удобная обувь с хорошей колодкой на каблуке от 4 до 5 сантиметров, которая подходит в подъеме и в полноте.